Черный Прижим. Это участок на дороге Колыма. Свое название «Черный Прижим» получил за цвет скальной породы. Кроме черного прижима, существовал желтый прижим, также получивший свое название за цвет скальной породы. Черный прижим был прорублен в скале над рекой Восточная Хандыга заключенными ГУЛАГа. Узники ГУЛАГа пробивали дорогу Колыма в 40-е и 50-е годы 20 века через неприступные горы хребтов Сетты-Дабан и Сунтархаэта. В сталинские времена по Колымскому тракту прошли сотни тысяч советских заключенных. Многие там и остались. Местные старожилы помнят, как обледеневшие трупы валялись вдоль дороги. От непосильного рабского труда, холода и голода узники гибли массово. Их не хоронили, сил и времени для этого не было, их клали прямо под полотно дороги, и они служили естественным уплотнителем грунтового покрытия. До реконструкции, начавшейся в 2011 году и закончившейся в 2014 году, Черный Прижим был весьма опасным участком, собиравшим ужасную дань в виде машин и человеческих жизней. Реконструкция сопровождалась взрывными работами, выемкой миллионов кубических метров скального грунта и земли, расширением дороги, установкой отбойников безопасности. Через речку Нюкоумня построен новый мост.
Сейчас, в 2019 году, черный прижим является практически безопасным участком.